Что касается выборов мэра в Москве, Российский общенародный союз, ну, мы согласовали на уровне президиума, например, для московской организации, поддержали их намерение выдвинуть в мэры Москвы кандидатуру Николая Куриновича как представителя русских патриотических сил. Хотя одновременно мы заинтересовались такими державно-патриотическими высказываниями последние недели Сергея Собянина и будем пристально на него смотреть. Мы ждем развития событий. Отставка Собянина добровольная, это было объяснимо. Ему сейчас самый удобный случай получить карт-бланш на будущее, чтобы не отчитываться за прошлое.